Ребята, добрый день, мы в АТБ. Сегодня 9 апреля 2021 год. Апельсины по акции 18,95. Вот такие вот. Они небольшие, но они сладкие и сочные. Но я брал, мне понравилось. Вот такой лук красный Марс 9,89. Цибуля репчатая, лук 4,19. Томаты коктейльные 67,89, тепличные 44,49, перец 104, баклажан 78, кабачки по акции 45 гривен. Имбирь, сельдерей, капуста краснокочанная 8,95. Так, грибочки. Какие у нас грибочки? Вот такие вот есть. Почему они? Пробуй найди тут. Вот эти вот по 51 гривны. Стебля сельдерея 68 гривен килограмм. Вот они. Салатики вот такие вот. И смартовские. Мы такие брали неплохие смарт. Вот почему они актив 40 гривен, а смарт по 35. Зелень. Ну, там в ассортименте мята, рукола. Клюква сушеная по акции 32 гривны. Цукаты 25. Кешью. Абрикосы сушеные. Скидочка будет 26,90 от этой цены. Минус 14% завтра. С 10.04. В общем, завтра будут грандиозные скидки в АТБ. Это сейчас так. Ребята, сегодня скидки вот на всякие вот такие вот рисовые хлебцы, гречаные, вот эти вот 9,70, но это будет завтра. Почему у нас яйца? Яйца 34,40 за 10 штук, тут 35,90. За 10 штук побольше. И вот 51 гривен почти за 15 штук. Сказать, чтобы они прям такие большие, это нет. Поштучно по 30,05. Завтра будут скидки на чипсы картофельные вот такие вот. Минус 40% от вот этой вот цены. Но это завтра. Также завтра будут скидки на всякое мороженое. В общем, там его много. Завтра будет скидка на масло Deluxe. Минус 30% от этой цены. Это будет где-то, ну, может, 45 гривен где-то приблизительно. Вот такое вот масло Deluxe. Но оно неплохое. Это вот сейчас скидки. Это будет завтра на эти сырки скидка. Ну, вот такой голец брали, нам понравился. Правда, он сейчас дороже. Хек-филе по скидочке. Так, цены на рыбу. Скумбрия
Это за 100 грамм цена. Завтра скидки вот на всю заморозку будет. По 15-16% от вот этой суммы, что стоит. Тут, ребята, будет хорошая скидочка завтра на вот эти полотенца. Мы их брали, они неплохие. Это где-то будет по 30 гривен они будут завтра. В общем, завтра будут грандиозные скидки. Наверное, и людей будет много. То есть вот это вот все завтра. Да, я не пойму. Минус вот этот процент от вот этой суммы. Ты так думаешь? Да, это не цена. А это сегодняшняя цена? Да, это сегодняшняя цена. А завтра будет минус 2 гривны где-то еще. Ну, так. Салфеточки всякие тут. Тоже завтра будут скидки. Вот такая туалетная бумага будет тоже завтра. Это все завтра, ребят. Это сегодняшние цены. Кстати, вот это мясо вчера было по 13 за 100 грамм. Сегодня почти уже 15. Я вчера забегал и брал его по 13 с копейками. Сегодня почти 15. Вот такое. Так что цены растут очень сильно. Цены за 100 грамм. Так, акция на семгу. Это за килограмм цена. И, конечно, не пойму, зачем там писать за 100 грамм, там за килограмм. Что у нас тут за срок? Дата выробництва до 9. То есть сегодня последний день. Получается, вот этот вот кусочек у нас где-то выходит на 88 гривен. Два кусочка небольших. Вот этот вот салатик неплохой. Ну, морской коктейль классный, мы его брали. И креветки тоже классные. Эта рыба не замороженная. За 100 грамм. Вот эти вот колбасы будут завтра. Скидки на них. Московская завтра будет где-то по 34 за 100 грамм. АТБ спеццех. Тоже завтра. Да, сегодня. В общем, все в разнобой. То завтра, то сегодня. Это сегодня вот это. А эти все завтра. Это вообще с 50% скидкой лежит. Наверное, срок годности подходит. Вот, например, давайте вот этот посмотрим. До 9 мая. Нормально. А цена. Попробуй разберись. Тоже все завтра. Завтра скидочка на фольгу. Скидочка на пиво тоже завтра. А, хотя это сейчас. 15. Это сейчас такая цена.
завтра скидки на рулетики. В общем, ребята, завтра будут грандиозные скидки. Киндеры, гляньте, скидки. Киндеры, вот этот киндер, цена сейчас 220, был 338. Вот такой он большой, больше, чем моя рука, ребята, видите? Я не пойму, а этот что? А этот 82 гривны, был 330 гривен, а сейчас 82 гривны, минус 75%. Здоровенный. А почему, может, срок годности? А, для девчат. Это для девчат. Наворичный для девчат. А это просто наворичный до сих пор. Для девчат дешевый киндер. Что, у кого девочки, можно покупать большие. И завтра тоже будут скидочки мужские и женские. Ребята, и мы немного скупились. Будем наше видео заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. И завтра все в этой...